есть правила внутренние, которые человек должен соблюдать для того, чтобы у него было все хорошо. Одним из таких правил является уважение к старшим или принятие тех, кто выше тебя. Это принятие потом превращается в покровительство. Ваша проблема заключается в том, что любая деятельность в этом мире, она постоянно трансформируется, меняется. Но она меняется не снизу вверх, а сверху вниз. Если человек имеет контакт с вышестоящими силами, то то, что меняется выше, у него меняется также, потому что ему это позволяют. Понимаете? То есть он не теряет свою деятельность, он остается на плаву в результате контакта со старшими. Ваша проблема заключается в том, что у вас нет этого контакта. У вас нет защиты сверху, поэтому вы остались сзади. Вы отстали на полтора года уже от того, что сейчас происходит. И вы не вошли в ту как среду, которая... Вы понимаете, когда вы начинали свою деятельность, у вас была протекция свыше. Потом вы не обратили на это внимание, не развивали это все. Она потом, через два года где-то ваша деятельность, она растворилась. Потом сейчас вообще у вас нет никакой защиты, вас это не парит. Потому что вы не понимаете, как устроена деятельность, у вас нет знания. Нужно уважать старших. Не бояться, а уважать. Уважать означает принять. Если вы принимаете старших, постепенно защита приходит в вашу жизнь. Эта защита дает возможность идти в ногу с переменами.